И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отлично настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод на сервере FNAF PvP. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Пугать тебя буду, Димас, давай, пугать. Давай, пока никого нет, потому что сейчас как зайдет тут движушка. Так, хорошо, все, вы готовы? Подожди, может на телефон нажать надо, не? Не-не-не, все, уже ночь идет, 2 часа ночи. О, Фердюшкин пошел. Та-да-дам. Так. Найт 1, первая ночь, погнали. Слышишь? Я-то слышу. Я же их пускаю. Эти вот все слышу. Так. Ты очень хитрый жук. Ты будешь меня сейчас мочить. Я жук-паук, если честно. Так. Бонька не дошел до вас. Ух ты! А чё я умер? Я вроде там аккуратно прошел. Не, вы следите, смотрите, а то сейчас нападу на вас, вы сейчас еще проиграете. Не-не, Димон, все хорошо. Да? Готовы? Готовы, готовы. Чекаем камеры. Так, здесь все чисто, хорошо, хорошо. О, вижу, вижу. Кого видишь? А вижу, там Бонни идет с левой стороны. Это он молодец, что идет. Ты ж, Дима, не будешь сильно нас мочить или сильно будешь мочить? Так уже 4 часа ночи. Ну не сильно, так это первая ночь. Ты аккуратно там. Успел, челик, молодец. Успели, успели, молодцы. Так, теперь здесь что? О! Подожди, где ты? Опа, ты здесь. Отсюда ты нас не убьешь. Блин, классно, здесь телепортацию изменили. На самом деле они не так тпхаются резко. А здесь потихоньку сделали. Улучшили, что-то доделали. На сервере, Дима, даже скажу, интересно играть. Более всего, ну, круто, что ли. Правильнее. Какая-то комната очень... Дима, он не убивает только так быстро. Да я потихоньку буду, я ж говорю. Потихоньку нас убивай, мучай. Мучать буду вас, так. Так, на кухне у нас 4 часа, прям, давайте уже как 5. Как в аду, прям такая горелка целая. Так. Фокси, давай просыпайся уже, чё ты спишь? Ты мне нужен. Ты будешь моей основной армией нападения. Посмотрю, вы уже тут очень, значит, готовы, да? Готов, готов. Нападай. Так. Жив, цел, орел, как говорится, да? Я успею. Я успел. Блин, ты в темноте там был, но я успел. Два аниматроника целых напихнул на вас, а вы, блин, защитились. Как так? А я не могу здесь прыгать, вот говно. Я не вижу тебя, надо по камерам смотреть. Так, нету, нету. Все спокойно, все чистенько у нас. Дима, ну ты хитрый. Двумя сразу напал, это ж надо так очень жестко. Ну так, да. 5 часов, Диман, мы сейчас затащим. Это вы читеры. Был бы я один, я, может, бы не успел, мне так кажется. Вы читерюги. Не, мы просто с ним очень опытные челики. Охранники хоть куда. Охранники хоть куда, это да. Так. Все четко. Уже 5 часов, блин. Да-да-да, Дима, мы сейчас затащим. О, как ты когда? Блин. Я в последнюю секунду, можно так сказать, вас убил. А я не увидел. Знаешь почему? Ты когда подходишь, там тень. Тебя реально не видно. Надо было камеры чекать. И что, все так, заново, что ли? Раунд 2. Нормально, погнали. Так там вам просто не хватало секунд 11, вот так примерно. 10. Видишь, даже один человек намного сильнее, чем компьютер играть. Они в первую ночь вообще они один или два раза нападают вроде бы. Ну так интереснее. Так, ну я пока карту посмотрю. Мне эта карта нравится. Ну, сейчас через 30 секунд. Я пока посмотрю, кто там бегает у нас посередине. О, я понял, что за карта. Нам нужно в окне челик сидеть, в окно смотреть. Да-да-да, вон он там смотрит. Как там Фокси поживает? Фокси нормально, кстати, поживает вообще. Главное, питание включено. Тут кухня. А кухня не работает. Все, бегу. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Один, погнали. Пошла, чувак, банку с вирусом пошла принес. На ночь
офигенная. Пошла ночь на камень. Сейчас вы у меня получите. Все, короче, чекаем. Я с правой стороны чекаю, он с левой. Кэтмак, слышишь? Я слева, а ты справа. Ой, наоборот, я справа, а ты слева. Сказал, да? Все, нормально. Пойдет. У вас там договор, да, уже? Да-да-да-да-да, чтоб ты не слышал. Да я слышал. А, ты ж на... Вот, блин, точно. Я просто на вашу камеру прям перелистнул и слушаю вас. Сейчас мы затащим эту ночь, по-любому. Нет, не затащите. Так, так, так. Баночка. Панка буду... Будем кормить сейчас кого-то. Кого? Так. У, я вижу, уже чика идет. Все хорошо, у нас спокойненько. Да у вас там не спокойненько, у вас два аниматроника. Каких Все вы... хорошо. Какое спокойствие. Страшно, Димас, тебе? Нет. Почему? Я не боюсь тебя, ты не страшный. Да ну, я страшный. Не-не-не-не. Вот, ребята, напишите в комментариях, страшно я Димас пугаю или не страшно? Не страшно. Сейчас я напишу, страшно, страшно. Нет, не страшно. Страшно. Ты не сможешь меня у нас убить. Эту ночь я буду очень хорошо тащить. Я реально буду стараться очень сильно. Ну, старайся, не старайся, я все равно выиграю. Да, я понял. Кто-то кастрюлями тарахтит. Это ты там влазишь? Блин, нет! Ты хотел меня отвлечь, но у тебя не получилось. Заблокировали двоих аниматроников. Заблокировали. Есть. Первая атака успешно пройдена. Давай, Димон, жестче. Давай вот теперь нападать сильно, прям сильно-сильно. А как я сейчас напал? Слабенько. А там нельзя, да, сильно нападать? А как еще сильнее? Со второй ночи только активируется Фредди вроде. Все, понял. Поэтому, если вы выиграете первую ночь, то вторая ночь будет еще намного сложнее, потому что Фредди вас... Вот он по-любому напугает вас мощно. Не то, понял, что Бонни и Чика. Фредди вам устроит. Не устроит. А потом и Фокси на третьей ночи. Ууу, пока прощайте. Я слышу, ты там что-то поешь. Да-да, это мои друзьяшки. Я не вижу, где ты? А ты не можешь, да, резко нападать сразу до окна? Ты можешь только оставить за калиткой вот здесь, да? И смотреть на меня? Не, могу. Я тебя увидел. Так. Мой Бонька сидит в столовке. Можете посмотреть по камерам. Не-не-не-не-не. Я не буду на камеры смотреть. Ты сейчас от меня специально отвлечешь. Ладно, смотрю по камерам. Чекаю. Вот ты брехун, там никого нет. Не в столовой, а в этот, в зале. Ладно, я не смотрел по камерам. Я думал, ты нападешь в это время. Вот ты хитрый. Не-не-не. Я прям на кнопке руку держу. Когда ставишь аниматроника, мне дается 60 секунд, ну, передышки. А каждые 60 секунд только нападать можешь? Каждые 60 секунд я могу ставить аниматроника. А-а-а, все, понял. Теперь ты безопасный в данный момент. Если вы пройдете вот первую ночь, дальше будет посложнее, потому что я только не двумя аниматрониками, а уже тремя смогу нападать. Понял. Вот это будет вам уже шикардос. Шикардос. Хана вам. Не хана. Мы пройдем. Блин, там же секунды не хватило, чтобы вы умерли. Ты не пройдешь. Так, ладно. Чика, Чику сюда отправил. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, Димон, нападай. Можете по камерам посмотреть, где моя Чика. Я смотрю по камерам, тебя нету нигде. Чики моей нету нигде. А где твоя Чика? Ну, поищи. Ты пропал ею. Нет, она спряталась просто, поищи, она на камерах есть. Ты сейчас нападешь по-любому. Не-не, у меня еще на Чику 30 секунд, она будет. Полночи прошли. Полночи, да. Поздравляю. Так, тут пока что это все нормально. Блин, вы все время палите. Очень просто, Дима. Нет, не просто. Фу, чувак двери не закрыл. Хорошо, что я за него сработал. Молодец, чувак, гениально. Это ж надо лицом
щелкать стоять. Орехи, что ли, или что ты там делал? Молодец. Так, Бонни и Чику сейчас запихнуть, видимо. Блин, еще бы чуть-чуть и слились бы. А, да как... Я увидел тебя, я увидел. Вали отсюда. Ты говнюк. Ребята, лайк за реакцию. Да. Димас сегодня хорошо... Да, я сегодня очень концентрированно играю, мне нравится. Не, ну вы все равно первую ночь-то проиграли один раз. Ну, мы поддались тебе, на самом деле-то. Мы, как, вы, кстати, экономите энергию, это мне не нравится. Это мне не нравится, то, что вы экономищики. Подписчики заходят, сейчас будем движушка, короче, тащить. А как мы опять проиграли? А чё чувак тут не закрывает двери, не? Не, он фигней страдает. И, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!